Кирове отремонтируют дороги и пешеходные зоны возле 45 школ. Также приведут в порядок подъездные пути к детским садам, в том числе к трем новым. По улицам Крупской 5А, Заводской 10А и Гагарина 2А. По данным мэрии, на благоустройство выделены не только городские, но и федеральные средства. За счет муниципальных денег, а это более 11 миллионов рублей, отремонтируют 10 участков. В соответствии с контрактом, работы нужно закончить к концу августа. По федеральной программе «Безопасные и качественные автодороги» запланировано благоустройство подъездных путей к 28 объектам. Дороги еще у 7 образовательных организаций приведут в порядок благодаря проекту формирования комфортной городской среды. Выполнить работы по обеим программам нужно до 1 сентября. И работы уже начались. На пересечении улицы Возрождения и Большего расположен детский сад. Кроме того, на улице Возрождения расположено несколько также образовательных учреждений, улица Гайдара. Ну, там целый куст, там работы уже приступили, ну, в части фрезерования, там первая стадия работ.